Меня зовут Виталий, я занимаюсь английским с Еленой. Раньше, наверное, лексический запас более-менее был нормальный, но я ни с кем не разговаривал по-английски и грамматика хромала. Сейчас на уроках мы много общаемся. В принципе, наверное, какой-то барьер преодолел. И много грамматики, много интересного. Например, мы, когда проходили phrasal verbs, я даже не знал, что их так много, и их так много используют в английском. Теперь знаю, что нужно обратить на них особое внимание. Рекомендую всем, кто хочет поднять свой уровень. Ну, хорошие уроки, я доволен всем.